Что, давайте садимся. Вкусный салатик. Кто там? Кошка. Кошка. Мама, ты кошке ничего не привезла? Кошке ничего не привезла? Вот-то надо бы доесть. Сережа, доешь с нами? Доем. Вот вилку нужно острием вниз держать. Лен, умеешь так вилку держать? Слышишь, острием вниз. Огурчиком. Огурчиком? Огурчиком. На огурчик. Вилочку как правильно держать? Левой рукой ест. Девочка. Зовут ее девочка. Вилочку наоборот, Леночка, вниз нужно. Вниз держать. Острием вниз. Вилку вот сейчас бабушка надела, покажет. Так, вот вилку. Правильно, вот так. Ты будешь тебе? Сейчас пока нет. Так, наверное, садись. Так, Оля сидит на краешке и вилкой в глаза себе сунет. Осторожно. Ну, рассказывайте, как вы тут живете. Мокнем каждый день под дождем. По 20 раз в день переодеваемся. Хулиганим, конечно, за молоком ходим, в гости ходим. А куда в гости? Ну, там подружка у нас живет, вот там ниже. Там вчера познакомились мальчиками с девочками. Галантный кавалер нам попался в 6 лет. Цветы нам дарил. Целовал, ухаживал за нами. Вот. Ну, правда, хулиганистые все.
то в лужу камни бросает, то бегает, сломя голову по дороге. Вода, вода, вода налить. Куда налить? Вон вода налита в ванну. Видишь, там купаться, что ли? Нет, купаться холодно, рано купаться. Вот жарко будет, тогда будешь купаться. И вода уже грязная стала, вон грязи. Грязи туда натаскали. Вон красную ванну давай возьмем, нальем в нее. Нальем сейчас красную ванну. Нальем. За бабушкой бегает, ни на шаг не отстает. Еще не жарко, еще не жарко. Ну-ка, ногу поставь туда, ногу. Поставь ногу. Видишь, холодная вода. Вода, я боюсь. Холодная? Ну вот, все. Когда согреется вода, тогда будешь купаться. Помочь. Что помочь тебе? Помочь. Не надо раздеваться. Ну, тапки снимай. Ходи босиком тогда. Ходи босиком. Не надо тапки надевать. Лена, холодная вода. И трусы запачкала, чистые надели только что. Купается девочка, ага. А Саша купает. Саша купается у нее. И дядя ей купает. И дядя купается там. И мальчики. Мальчики там. Да. Мальчики. Мальчики. Дяди. Ой, ой, да. Это дядя, да? Дядя и мальчик. Комары тут. Комары кусают.